прошлом видео я обещал вам рассказать, что же такое ласточкино гнездо. На самом деле, вот то, что я сейчас знаю, я не знал на тот момент, когда я вам говорил, что у меня личное ощущение, кожа становится лучше. Я на самом деле ознакомился, разобрался, это просто бустер всего и вся. И энергии, и кожи обновления. То бишь, я подметил полезные свойства ласточных гнезд до того, как вообще разобрался, что это есть. Вообще, короче, ласточные гнезда я теперь буду проверять каждый день. Курс взял на неделю, поэтому через неделю поделюсь своим личным мнением. А вообще, пишет гениально, вот на самом деле... Одна ласточка за 3 месяца делает одно гнездо, а это, конечно, не китайцы делают такую сухую основу, которую нужно варить. Здесь уже измельченная, поэтому просто открываете, значит, берете такую вот штучку, покупаете, открываете и и на голодный желудок натощак выпиваете. Что внутри? Внутри, если вы знаете, Китай продает целые гнезда, которые нужно варить. Здесь уже все сварено, измельчено, и если там килограмм гнезд стоит 10 тысяч долларов, понятно, здесь не целое гнездо. Тем не менее, здесь части этого гнезда перемолотые, и которые, ну, очевидно, приносят пользу. По крайней мере, я почувствовал пользу до того, как узнал о ее существовании. Это много значит. То есть, я сейчас беру, делаю эксперимент. То, что пишут, уже могу констатировать, правда. Но своими личными полноценными мнениями я поделюсь еще одно видео, которое выйдет через неделю по поводу ласточных гнезд. Ласточные гнезда покупайте и пейте. Очень клевые. Чем больше покупаете, тем выгоднее цена. Тайцы берут на подарки своим родным и близким. Поэтому это тоже что-то значит. Обещанная история, как появился бренд Red Bull. На самом деле, тот человек, который придумал бренд Red Bull, когда-то приехал в Таиланд. И что он сделал? Он внимательно посмотрел и увидел, что тайцы – это просто короли энергетических напитков и всего того, что касается оздоровления и реинкарнации своего тела. На самом деле у тайцев просто десятки энергетиков, десятки, просто их бесчисленное количество. А чувак взял просто, скопировал рецептуру, сделал узнаваемый бренд, раскрутил и стал мультимиллиардером. То есть Таиланд и 7-Eleven на самом деле – это большая история, которую нужно знать. Нужно знать. Из-за того, что в этом ассортименте со мной вы будете разбираться, без меня нет. Поэтому подписывайтесь на этот канал и добро пожаловать в Таиланд. До скорых встреч.